Привет всем, с вами Лига Music Wars. И у нас осталось, ребята, две больших охоты с 8 до 9 и с 10 до 11 вечера. Сейчас у нас 8 вечера, осталось 4 часа. И у нас 2400, в общем, и 1 700 000 очков. В общем, в участи, ребята, у меня 267 мутагена. Уже начали тут появляться первые веселые вожди. Ну, будем набивать, будем смотреть, сколько получим. Так что, ребят, ну и потом в конце еще сундуки откроем. Так, посмотрю после первого, короче, сколько набью. Не буду ничего показывать, потому что это долго и неинтересно. Вот так-то. Ну вот мы и закончили первую часть. В общем, следующая у нас битва будет с 10 до 11. Ну, пока у нас 523 место. 11 миллионов мы нафигачили за часок. И осталось у нас 159 мутагена. Ну, копейка, короче, но она тоже. Еще 159 надо еще и потратить. Как говорил МС, говорит, лишь бы не проспать и не весь мутаген. Ну, здесь у нас еще поджо. Ребят, у меня осталось два ключа. Не знаю, успею я набрать столько, не успею глазка наших, но... Ладно, хотя бы часть отбилась уже. Ну, ключиков пока у нас мало. В общем, 26 на 8. Ну, еще последняя, короче, осталась битва. Там и глянем. Ну, вот у нас закончился эвент. Все, короче, набил. 271 место. Ну, вообще, 268, ну, тут они там еще сражались, добили. Но это не суть, важно. Короче, 25 миллионов я не набил. Набил 24 там с копейками, но не хватило. Надеюсь, вы заметили, что топовых монстров по 180 тысяч, которые давали, и 140 тысяч стало намного меньше. То есть происходит, как бы, такой, скажем, какой-то переапгрейд. Зато стало очень мелких много, те, которые дают по 50 тысяч очков. Если ты согласен, внизу обязательно пиши в комментариях. Ну а сейчас давайте будем ключи, ребят, дербанить. То есть, что у нас получится? У меня даже этих 6 осталось. Итого у нас 28 на 8. Сейчас покажу, как я проапгрейдился. Каких питомцев я, получается, оставил для облучателей. Сейчас. А, ну да, вот так, раз. Так, итого у нас получается, себя я проапгрейдил на 3 уровень, то есть по 6000 каждый. Обязательно Фрэнки. Фрэнки вообще топовый питомец, на 5 оставлю. Дальше я оставлю Дракулу, так как у него есть Носферату, без этого не интересно. И пока у меня, ребят, стоит Бендер. То есть, видите, у него сила 125 тысяч. То есть, если у этого 47, то представьте, какая просто колоссальная мощь у этого питомца. Причем очень интересно, если вот, ну, играется, и здесь вместо Дракулы я ставил, получается, нашу кибердевочку, и у моего, получается, питомца там сила была просто в 250. Ну, очков много набивал. Ну, конечно, не так, как Фрэнки. Ну, ладно. И теперь, наверное, давайте будем пробовать, что у нас тут есть. О, да, забыл, совсем забыл. Чуть-чуть не бахнулся, короче. Получается, у нас здесь 4120. А, звезды, ребят, я держу специально. Вдруг задание какое-нибудь появится. А я тут раз и со звездами. Так, ну давай, 4000. Ну, минимальный здесь, короче. Здесь хороший дроп. Это примерно 250-300 звезд. 190. Ринга 1, 70. Ну и здесь я ни на что, кстати, не рассчитываю. Это я уже... Так, это для вас просто показываю. Ничего не будет, короче. О, знаю, что сделать. Давайте меня сдвинем вот так. Вот, и будет еще кредиты видно. Потому что тут можно неплохо кредитов подзаработать. 65. 60. 80. Ничего, какие щедрые. Ой, как спасибо. Ой. Ну ладно, ринг, хорошо. 85. Отличненько. 60. Еще 60. Короче, ринги стали чаще выпадать. Вот, ребят, это топовый дроп. То есть 200-250. Но здесь больше я не видел, конечно. Ну и реально, ребят, смотрели, да? Четвертый ринг уже. Еще 90. Еще... О, хороший дропик. 190. Вообще и с рингом вместе. Но я обычно тут один максимум ринг вытаскивал. А тут уже 5.
еще 230, вообще хорошо прям. Ну давай, последний, давай, 260. Ладно, ладно, не получилось. Так, здешний дроп, ребята, 6000 я видел максимальный, больше я не видел. Но я никогда столько не вытаскивал, я максимум вытаскивал там 4, по-моему, с копейками. Ну, не сильно, я надеюсь. Зато смотрите, уже он 440 тысяч я нафакал тут. Ну, не выпадет, так не выпадет, говорят. Ну, да. Ну, и последний, тоже нифига. Ну, в общем, нету. Так скажем, когда тебе не везет, тогда тебе не везет. Ну, ладно, посмотрим, ребята, на какие скрины будут. В общем, в группе моей ВК, если скрины есть интересные, оставляйте, пожалуйста. Буду грызть ногти, пальцы, буду возмущаться, короче, о том, что мне нахер не везет. Ну, тут, короче, нету. 4000 в общей сложности получилось. Ну, в общем, никуда не годная. Фигня, ваша заливная рыба, так охота сказать. Ну, ладно, спасибо, ребята, всем, кто смотрел. Обязательно комментируйте, повезло вам, не повезло. Жду ваши скрины в группе ВК. Ссылочка находится наверху на канале. Счастливо, ребята!